Особые правила. Интересно задержались, нет, пошли дальше. И необычные маршруты. В частности, он запретил здесь проживать женщинам. Почему остров для ссылки преступников стали называть вторым Афоном? Это была своего рода Сибирь Римской империи. Удивительные особенности пасхальной недели. Сейчас узнаем, что об этом думает отец Исидор, который заботится о пещере Апокалипсиса. От воинского караула у гроба Господня до семейного обеда у мэра. Греция, остров Патмос. В авторской программе Сергея Костина «Путешествие дилетанта». В субботу в 9:00 на телеканале «Звезда».